Всем привет! Это Ессентуки Арена. Здесь проходит 15-й межрегиональный турнир группы Б высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги. Сезон 2022. Перед нами матч МГУ Саранск и БГТУ из города Белгород. Матч уже стал. Разыграет. Отнять команды. Подача в штрафную есть. На дальнюю штангу. Скидка. Не удается. Прытков чуть левее. Сафонов. Сафонов! Решил здесь. Мы отмечали с вами, договаривались, что будем внимательнее следить. Заряжает катапультой мяч прямиком в штрафную. Ну и нужно добавить. Нужно найти этот рубильник. БГТУ. Оглядывается. Буквально врезается взглядом в штрафную. Есть подача. Под удар. В итоге мягкий наброс. И... не сам точным образом получается пробить поворотом. И вновь двойная замена у БГТУ. В одиночку пошел Сафонов. Забить! 2-0. Как же здорово Сафонов здесь разобрался. Да, большие вопросы есть. Чем... ну и все. Вот так. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Константин Крышинников. Будьте сильнее. Пока еще один матч на СПЛ нас с вами ждет.